Друзья, для стиля Прованс существует огромное количество аксессуаров. Для того, чтобы создать этот стиль в вашем помещении или жилом, или общего какого-то посещения. Ну, вот хочу показать такой вот настенный декор. Сельская сценка, сельский сюжет такой. Лейка, клумба, герань, лаванда. Вот, ну вот на подрамнике холст. Вот так вот с обратной стороны выглядит. В общем-то, украсить стенку помещения, которое создано, уже задумано в стиле Прованс, вот это вот, конечно, работа, конечно, подойдет. Вот. Ну и хотел попутно показать вот такую вот еще такой вот горшок деревянный, такой вот цветочник, и в нем лаванда. Ну, конечно же, лаванда не настоящая, а пластиковая, но тем не менее очень выглядит она правдоподобно. Ну, одним словом, можно найти то, что создаст интерьер в стиле Прованса в том помещении, в котором вы это задумали. Спасибо.